Всем привет! Меня зовут Даня, сегодня мы поиграем в Майнкрафт. Сегодня я покажу, как сделать постройку, которую... Так вот, создаем новый мир. Хотя я его уже создал, вот он. Ну просто, заходим в мир. Чтобы вам так долго не ждать загрузки, мы это все пропустим вот таким вот образом. Ну вот ли в мире. И... Делается это очень легко. Нам понадобится абсолютно любой блок. Я возьму обсидиан. И понадобятся рычаги. Где у нас рычаги? Так, погодите. Ну вот, я вернулся и я нашел рычаги. И это очень отлично. Теперь, что нам нужно еще? Я не знаю, нам... Нам еще нужны командные блоки. Так что вписываем вот такую вот команду. Give собака c. И вписываем командный блок. Все, и мы получаем командный блок. Теперь строим. Для начала нам надо вырыть ямку, которая отправит нас в самую бездну. Еще, эту постройку обязательно надо делать в плоском мире. В другом не получится, потому что блоков больше. Хотя, если выбрать ровную поверхность, то тогда отлично все получится. И поэтому, что все получится, можно так будет, например, играешь онлайн с друзьями, просто врубить эту штуку и просто всем и даже самому себе крашнуть Майнкрафт. Это будет вообще класс. Вот я тут заговорился, и вот. Там снизу надо будет поставить по 3 блока. И вот тут сверху тоже по 3 блока, как они у меня стоят. И вот, теперь. Самое-самое прикольное. Надо поставить вот так вот командные блоки. И вписать в эти командные блоки такую вот команду. Сумон. И кого вы хотите? Я хочу кэт. Кота я хочу. Теперь во всех так блоках командных мы это ставим. Сумон. Кэт. И как я сказал, во всех. И только потом я скажу, что надо будет сделать. Так, сумон. Так, что тут? Сумма. Забыли кое-что. Ничего, сейчас исправим. Забыли вот это. Сумма. Кэт. Теперь во все командные блоки ставим цикл, чтобы они все были фиолетовые. Это не для декора, это так и надо, потому что с помощью этого они будут повторяться, и так больше шансов на то, что мы хотим сделать. Теперь ставим вот так вот рычаги. И теперь начинается самое прикольное. Чтобы крашнуть Майнкрафт, надо активировать все рычаги. Будет хана. Если бы я тут еще такую вот бы заслонку поставил, то тогда бы вообще было бы жесть. Ну так хотя бы поменьше лагать, и для декора сойдет. И теперь просто нажимаем на это, и у нас хана нам. У меня, слава богу, телефон сильный. Это он выдержит. Я кое-что сломал.
коты выбежали! Боже мой, фабрика котов! Отсюда все коты выбежали! Надо их закрывать поскорее! Надо котов всех убить! Коты, вас надо убить, давай. Килл, собака, ей, валите коты отсюда, это не ваша местность. Сейчас тут дым будет. О, боже. Сейчас тут такое будет. Боже. Чтобы это все прекратить, надо отключить все рычаги. Но если это сложно, просто надо сломать командные блоки в креативе, конечно же. Чтобы коты больше не появлялись от этого. Блин. Теперь у меня тут все будет в котах этих. И ниток полно будет, кстати. Интересный факт, что выпадают из котов нитки. Я вообще не знаю почему, но выпадают. И так можно будет добывать нитки. У нас получилось взрыв на макаронной фабрике. Блин, хватит лагать, хватит, кому говорю. Так, давай. Работай, килл, собака, валим. Давай. Пожалуйста, умрите, коты. Умрите, коты, пожалуйста. Сейчас тут столько дыма будет опять. Я готов. Дыма полно. Нет! Умрите, коты, все! О, мне повезло. У меня телефон крашнулся. Вот именно таким образом у меня телефон и крашнулся. А все потому он крашнулся именно таким образом, потому что у меня он всегда так крашнется. Теперь я могу делать крутые штуки. Я так залагала. Ладно, на этом все. Всем пока-пока.